Новые технологии повсюду, начиная с телефонных разговоров, заканчивая приготовлением еды. Насколько легко они даются детям, настолько же сложно привыкают к ним взрослые. Но как бы мы ни старались, IT не обойти. В первом выпуске программы вы узнаете, как заставить автомобиль двигаться одним движением руки, зачем робота Лунтика отправили в детский сад и какая компьютерная программа поможет добраться на работу вовремя. Смотрите премьеру нового проекта IT не обойти 22 мая в 21:00 на национальном телевидении Чувашии.